Так, за нее даю 200, и за него 200. Главное, правильный ответ. Кристиан Грей, Anastasia Steele. Боже, даже с фамилией. Кристиан Грей, Anastasia Steele. Аплодисменты. А фильм называется «50 оттенков серого». Держите, 400 честных заработанных. Я напоминаю, что эти бутылки «Жених и невеста» пойдут в ход только за эти деньги. Только за эти. Дальше. Вот, я так крест-накрест буду. Вот там молодой человек включился в игру, поднял ручку, а ну скажите нам. Бонни и Клайд. 200, так, способочки. Вопрос простой, легко отгадываем. И 200. Так, иду к сестричке. Хочу вам вручить сейчас доллары в ваш банк. Давайте, маэстро, нам следующую картинку. Вот, есть, молодой человек поднял руку. Вопрос простой, но 400 получаете. Пятый элемент это фильм. А как зовут нашу пару романтическую? Лилу и Корбан. Корбан Даллас. Абсолютно верно. Так, маэстро, молодежь зажигает, а взрослое поколение сидит и говорит, что он там за картинки такие включает. А ну что-то для старших, давайте. О! А что вы, девочки? Я для старшего поколения, а тут молодежь вполне не отстает и знает, что на нашем экране сидит Айседора. Айседора Дункан и Сергей Есенин. Браво! 2, 3, 4, 5, 6. За такой ответ, который я пропагандировал для взрослого поколения, отгадали младшие. Респект и уважение. Дальше. Титаник. Ага. Вот. А теперь правильный ответ. Леонардо Ди Каприо. И Кейт Уинслет. Держите 200. Джек и